Итак, мы представляем вам первого лауреата первой премии 4-го международного конкурса русскоязычного еврейского искусства «Золотая ханукия». Внимание на экран. Вообще, в этом месте должен был показаться номинант, первый номинант. Да, и в этом месте я, кстати, должна была пригласить его на сцену, но он вышел сам. Поэтому я представляю вам Бориса Файнера из города Карлсруэ, лауреата первой премии международных конкурсов, в том числе конкурса в Германии, Италии и в Израиле. Игорь Стравинский, обработка для фортепиано, Гвидо Агости, танец Кащея и сюиты Жар-птица.